В Астане завершилась масштабная акция «Мой голос первый, мой голос важный». Стартовала она чуть больше месяца назад. Организаторы, студенческая молодежь столицы, провели 20 мероприятий самого разного формата. От фестивалей с участием артистов и спортсменов до креативных флешмобов и состязаний в стиле «Энкаунтер». Акция не ограничилась территорией столицы, движение подхватило молодежь Павлодара и Караганды. Цель, которой задались молодые активисты, призвать своих сверстников к участию в президентских выборах. Ой, на выборы, ну же, вставай, пойдем, одним единым духом поведем страну на подъем, это мой Казахстан. Тех людей, которые впервые голосуют, молодежи составило примерно более 50 тысяч в Астане. То есть это большое количество, если в Астане в целом более 300 тысяч голосующих жителей, да, то получается третья часть из них это молодежь, которые голосуют впервые. Поэтому это та акция, которая нацелена именно на них.